Добрый день, дорогие дубнинцы, добрый день, дорогие подписчики. У нас был привоз, у нас был новый привоз товара. Наш магазин шуб меховой на Тверской, левый берег города Дубна. Сегодня я хотел бы рассказать более точечно о каком-то определенном виде товара. Не сразу весь товар представить вам, как вот первый заход был, а точечно один вид. Давайте рассмотрим сегодня пальто, женское пальто. Мы уделили этому пальто внимание, потому что оно мне очень понравилось. Оно необычное, оно не такое, как все, не такое распространенное, о нем, может быть, даже много кто не знает. Вот. И для кого-то будет в новинку, но оно действительно оригинальное. Вот кто обратит внимание, будет первым в нашем городе Дубна в таком пальто. Давайте посмотрим, пробежимся по моделям пальто. Смотрите, первое пальто. Так, давайте я вот так сделаю сейчас, чтобы не видеть. Вот так. Смотрите, новый фасон пальто. Шерсть, карманы очень удобные, мягенькие. Мягенькие такие пухленькие кармашки. Кнопочки здесь. Кармашки наискосочек, поясочек. Ворот открытый, Шанель. Красивые очень рукавчики. Это норка, цвет серый. Это молодежная модель. Расцветка шикарная. Так, мне показалось, что она очень красивая. Норка самая красивая. Вот, дело вкуса. Такое же пальто у нас появилось. Тоже цвет такой светло-серенький. Посмотрите. Здесь норочка более светленькая. Кармашки, поясочек. Вот посмотрите, какое. Видно вам? Смотрите, тоже ворот открытый. Это, ну, это в основном, знаете, это в основном молодежный стиль. Молодежка. Так, следующий фасон пальто. Это у нас идет вот такая вот модель. Смотрите, на молодежь, на более такой высокий рост, тоже поясочек, красивый рукавчик норка, воротничок английский норочка, кармашки накладные. Все сделано очень качественно. Пальтишко мягкая, не то что шерсть дубовая, а мягенькая. Вот этот фасон. Я потом выброшу вам всем посмотреть в раздел товара, в разделе товара ВКонтакте, раздел пальто. Я все туда выброшу. Все, что у нас есть, все там. Увидите. Так, упало. Ну, вообще, это хороший знак, как говорится. Дай бог. Дай бог, что продалось. Дальше побежали. Вот, смотрите, тоже фасон такой же. Здесь тоже английский воротник, здесь пластиночки, кармашки накладные, рукавчик норочка, шерстяное. Приходите, померите. Вообще обалденная вещь. Я бы вот, не знаю, я бы все, наверное, такой взял бы. Было бы мужское что-то. Вообще класс. Очень красивое, эффектное. Сразу обратят внимание все ваши подруги. Все работницы. Вот такое пальто, посмотрите. Тоже шерсть, отделочка лисичка. Да, лиса. Да, лиса здесь. Это не, я думал, писец, это лиса. Длинный ворс с подпушьем. И вот это натуральный цвет. Вот. Смотрите, укороченный вариант. Такое пальто элегантное. Незамеченный вы не останетесь. Следующее пальто я немножечко представлял уже в первом видео. Рукав писец, ну, под соболя, под куницу. И такой под поясочек, такой свободный крой. Но смотрится потрясающе, конечно. Приходите, мерите, увидите все своими глазами. Вот что вам в Дубну привезли. Так. Заползай обратно. Вот так. Смотри-ка. Никак все продал.
Сейчас, секундочку. Оп. Повешу потом. Одеваемся по-модному в меховом на Тверской. Время одеваться. Август, подкрадывается сентябрь. Сентябрь — месяц, когда уже нужно что-то присматривать, нужно покупать. Постарайтесь ухватить красивую вещь, модную вещь, если вы хотите одеться в этом году. Шубу, пальто, куртка кожаная, пуховик кожаный. Приходите сейчас, к началу сезона. Мы готовы, ассортимент мы для вас подготовили. Будьте первыми, возьмите самые красивые, носите с душой. Украшайте наш город Дубна своей красотой. Всем пока!